Новая цель. Покинуть помещение. Всем здорово, со мной ты. Мы продолжаем проходить Бенди и чернильную машину. Я извиняюсь, то, что я, возможно, буду тихо говорить. Ха, какие прикольные тут часы. Тик-так, тик-так. Вот. То, что я, возможно, буду тихо говорить, потому что время, которое я сейчас записываю, 4 часа утра. Чем занимаются нормальные люди в 4 часа утра? Правильно, спят. Чем я занимаюсь? Верно. Верно, верно. Записываю летсплей. По бендику. Чернила. Стоп, а где наш топорик? Он же у нас вроде как сломал. Сломался. Блин. Хоть что-то можно было взять хотя бы как... Окей. Вот я не знаю, можно было бы хоть что-нибудь взять как оружие. О! Здрасте. Что ты мне скажешь? Карты. Так, Борис Генри. У вас вроде бы тут ровный счет. Счет вроде бы ровный. Так, хорошо. Что мне тут? Я не выберусь отсюда так легко. Мне нужно открыть дверь, но рычага нету. Нужно его найти. Найти дверной рычаг. Так. Господи, это кто? С одной стороны, вроде бы кто-то похож на Бенди, но... Но не Бенди. Странно. Очень и очень странно. Так, мне интересно, так Борис и будет тут нам голову качать под эту музыку? О, здоровски. Так, мусорка, мусорка, мусорка. Так, что же тут еще есть? Оф-о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 ф. Рычаг, рычаг, рычаг. Что-то мне подсказывает то, что рычаг в унитазе, да? Нету. Ой, слава богу, что тут не такие креативные и не додумались рычаг в унитаз засунуть. Так, тут ничего нету. Возможно, рычаг в этой нашей комнате. А возможно и нет. А возможно, рычаг просто куда-то Борис сделал или на него сел. Мне не очень-то нравятся звуки. Но, как говорится, ничего не поделаешь. Так, что у нас тут? Ага, угу. Так. Блин, вот норка вот похоже как из мультфильма Том и Джерри. Правда, вроде бы там была чуть-чуть она поменьше, но какая разница? Так, ничего нету. Ничего нету. Борис, где у тебя тут эти рычаги? Чего? Эй, приятель, ты где-нибудь видел рычаг? Или мне его только отдашь? Так, я так думал. Посмотрим, что у нас тут есть. Найти суп для Бориса. А у меня такой вопросик, а я его случаем не съел? Просто там стояло что-то... Ну, я не знаю, похоже на суп, не похожие. Вот, и мы это съели. А вот что теперь? А вот что теперь, да хрен его знает. Хм, странно. Но рычаг мы разобрались, где... О!
Это должно быть достаточно. Сделать Борису суп. Давай приготовим тебе, сварим. Давай. Ты доволен? Вот он твой суп. Все. Ну вот. Так, рычаг. Спасибочки. Оба. Давай посмотрим, что там. Не отходи далеко. Давай, иди за нами. Так, суп. 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 Супчанский. А, так, тут мы... Мне... Мне пипец как не нравится то, что тут нужно прятаться будет. Похоже, что впереди очень темно. Нужно найти что-то, чтобы освещало нам дорогу. А вот. А вот тут фонарь. Ни хрена себе тут темен. Не бойся, Борис. Я буду направлять свет на тебя, чтобы ты не боялся. Честно говоря, мне... Не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся, я с тобой. Так. Ой-ой. Мне это не нравится. Ты это слышал? Да, я тоже. Так, ну если что, то мы знаем, где там прятаться. Так что... Так, еще один тупик. Я не вижу никакого другого выхода. Есть ли какие-либо идеи, Борис? Поговорить с Борисом. О. Так. И что? Борис нас кинул, ушел. А, я так думал, что он сейчас пролезет через вентиляцию и откроет нам вот эту вот дверь. Найти новый выход. О. Спасибо, Борис. Так. Куда нам нужно идти? О. Heavenly Toys. Joy Drug Studios. Мне интересно, а чем... Чем мне отбиваться от этих... засранцев? Вот небольшой такой вопросец. У меня же нету ничего. Так, кто-то что-то напевает. Отсюда монстры сейчас не появятся, это хорошо. Так, пошли. О, сохраняшка. Тынь-тынь. Фига себе, сколько игрушек. Так, а тут ничего нет наподобие подопорика или что-то в этом роде. Видимо, нету. Так. Почему всегда-то что-то блокирует дверь? Здесь должен быть выход. Починить игрушечную машинку. А где? А где именно эта игрушечная машинка? Так. Куклы. Все подобное. Так. Что у нас тут? Окей, видимо, нам нужно возвратиться обратно. О! Починить игрушечную машинку. Подсказка почистить зубчатые... Ага. О! Да блин, да кто сюда...
этих игрушек напихал. Так, со стороны то же самое. То же самое. Так, вернуть игрушечную машинку. А, включить игрушечную машинку. Господи. Что? И что? Это дало? А, типа... Окей, я сейчас нажму еще раз и... Все, так. Шон Флинн. Я не пойму, в чем проблема. И что же, если бы я пошел, нарисовал кривую улыбку на некоторых куклах Бенди? Это точно не дает никаких оснований для министра Дрю срываться на меня. Если он действительно хочет быть таким полезным, то мог бы рассказать мне, что я должен делать с этим складом с кучей ангелов. С этим складом с кучей ангелов. Как они там называются? Ни один кусочек из этого беспорядка не будет хорошо продаваться. Возможно, чтобы избавиться от всего этого, мне придется все растопить. Да, видимо, кто-то был не в духе. Так, ну давай. Хоба. Ну и последний раз. Все, пошли. She quit a girl. Кто? Не нужно скримера, пожалуйста. Анджела и блять. Это точно ангел Алиса? Я вижу тебя там. Новая муха в моей бесконечной паутине. Пойдем сейчас. Давай посмотрим, если ты достоин сходить с ангелами. Найти новый выход. Так, мы можем назад выйти, а можем идти уже сразу же вперед. Пошли вперед. Как хорошо то, что Бенди на меня сейчас уже не вылазит. Так, демон или ангел? А это, видимо, кем будет эта самая Алиса? Демоном или ангелом? А давайте выберем ангела. Почему бы и нет? Почему бы и нет, серьезно. Сьюзи Кэмпбелл. Такое чувство, что все рушится. Когда я вошла сегодня в студию звукозаписи, Сэм был там с этой... Эпсилон. Похоже, меня об этом никто не уведомил. Алиса. Ангел теперь будет озвучена мисс Эпсилон Пендл. Часть меня умерла, когда он произнес это. Должен быть какой-то способ, чтобы исправить это. И, видимо, как раз-таки... И... Я вот не знаю, двух личностей ли я не произошло или что. Ох, мне не нравится, что тут шкафы стоят, чтобы убегать или еще прятаться. Так. Я только при тебе вспомнил, говорил то, что хорошо, что ты меня так не пугаешь. О, Борис, ты напугал меня до смерти. Не думаю, что ты что-то нашел, чтобы мы могли себя защитить. Это подойдет. Тюнь, тюнь. Бум. Извини, Борис. Проверял.
Проверка небольшая. Так, часы. Дверь А, Б. Кажется, чтобы открыть ее, нужно... Так, а для тебя я на другой рычаг. Так. Что тут у нас? Бесконечные коридоры. Так. Совсем озверел, что ли? Фух, блин. Борис, мне надо по... А, не, не надо. Найти новый выход. Почему именно новый? Вот же тут все у нас открылось. Так. И что тут? О, лифт. Лифчанский. Так. Гентис. Что это тут? Лейдис. Типа леди и джентльменс. Посмотрим, что тут. Нету, нет, не поддается. И леди тоже не поддается. Так. Борис, куда нам? Я не знаю, так что просто встаем сюда. Ты такой интересный, такой другой. Должна признаться, я твоя фанатка. Похоже, у тебя свидание с ангелом. Иди ко мне сейчас. Уровень 9. Просто следуй за криками. Борис, тебе это нравится? Мне нет. Работай тяжело, работай счастливо. Так, мы на каком? Давай, выйди из своей клетки. Нас ждет огромный, удивительный мир. Томас Коэр, эти проклятые лифты, иногда они открываются, иногда нет. Иногда они приходят, иногда они ходят в ад и обратно. Я буду продолжать говорить это людям, если мистер Джоид Брю будет продолжать также отлынивать, то кто-то точно в конечном итоге упадет насмерть. И это буду не я. Я воспользуюсь лестницей. А я лестницу, кстати, не видел сюда. О, Борис уже тут. She quit a girl. Так. Фига себе, Борис почесал, побежал. Борис? Как тебе такое зрелище? Ладно. Слабо. Оглянись. Их потребовалось так много, чтобы сделать меня такой красивой. От всего неидеального пришлось избавиться. Я должна была это сделать. Она меня заставила. О.
Здрасте. Теперь мы подошли к одному вопросу. Убить ли мне тебя? Или разорвать тебя на части и удовольствием моего сердца? Выборы прекрасно невыносимы. Как же может девочка выбрать? Вот этот маленький урод, например. Он приполз сюда, к моей двери, притащив за собой заразные чернила. Как же могло коснуться их? Они могли затащить меня обратно. Ты знаешь, каково это? Жить в темных лужах. Посторонние крики, жужжание голосов. Мысли плавают, как рыба в аквариуме. Первый раз, когда я вышла из чернил, я была бесформенным извивающимся слизняком. Второй раз, ну... Он сделал меня ангелом. Я не позволю демону коснуться меня снова. Я так близко. Я почти идеально. Да, я сохраню твою жизнь. На данный момент. Еще лучше. Я даже позволю тебе подняться и покинуть это место. Если ты сделаешь несколько крошечных одолжений для меня. Возвращайся к лифту, мой мальчик, на побегушках. У нас есть работа. Тунь-тунь. Выполнить поручение ангела. Ничего себе. Ну хорошо, пошли. Стоп, а где? Стоп, а где Борис? Какого хрена? Эй! А Борис-то где? Ладно, видимо, он там уже пошел туда, к лифту. Так, хорошо, тогда мы... Как много тут механизмов. Тогда мы что? Что сейчас будем делать? Мои машины голодны. Найди для меня запасные детали. Взять гаечный ключ. Собрать три специальные шестеренки. Хорошо. Сейчас в нашем мире так мало правил, так мало истины. Но есть одно правило, которое мы все знаем и уважаем здесь. Остерегайся чернильного демона. Если будешь бродить слишком долго, то он найдет тебя. Если ты увидишь его, тебе лучше спрятаться. Не спрячься. Ну, я была рада нашему свиданию. А теперь давай начнем нашу работу. Level 9. Level 9. Так. Так, что у нас там? Сейчас самое главное, поглядим, где вот эти вот... шкафочки, в которых прятаться. Не показался ли кто-то идет? Так, ладно. У нас есть выбор еще куда идти. Так, это машина всего лишь. Так, нужно собрать три специальные шестеренки. Три специальные шестеренки. Так, тут статуя Бендика. Так. Так.
куда? И нам идти, мне кажется, туда, да? Окей, Надо проверить сохранимся. материалы. Так, шестеренки, шестеренки. А, тут ящики можно открывать. Ой. Да. Так, ничего. Так, куда идти? Часы. Часики тик-так, тик-так, тик-так. А часики тик-так. Так, тик-так. Так. Мне не нравится то, что нету шкафов. То, что я не вижу здесь ни одного шкафа, в который можно залезть. Шестеренки. Нет, не они. Так. Иди нафиг. Там. Стоп. Мне кажется, ли там Микки Маус? Вот там его рожица торчит. Так, ладно, пойдем сначала вот этот этаж обследуем. Что у нас тут? Ага. Так, мы можем тут спрятаться. Так, а есть ли тут что-нибудь, чтобы мы могли сделать, чтобы сохраниться? Так, я не хочу работать здесь вечно. Так, сделаю весь блин. Ну вот, шестеренки, ты же сама сказала. Стоп, а тут же... А тут же кое-кто лежал. Ладно, думаю, показалось. Нам надо делать все побыстрее, потому что, как нам сказала Алиса, будешь слишком долго бродить. За тобой кое-как кто придет. И кто-то очень-очень-очень нехороший. Я извиняюсь то, что я сейчас так медлю, но дело в том, что у меня уже глаза закрываются, спать охота. Так. Что тут у нас? Есть где шестеренки полезные? Так. Посидим пока что тут, в уюте до спокойствия. Соберемся с мыслями и предположим, что же нам искать за шестеренки такие. Собрать три специальные шестеренки. Подсказка искать коробки перед искать коробки передач на уровне К. На У. Стоп, блядь. А я, получается, совсем не туда пришел, что ли? Так, а ну-ка пошли обратно. Искать коробки передач на уровне К. Что тут у нас? Лифт. Уровень П. Уровень П. Нам нужен Левчанский и надо на уровень К.
Вот он, наш лифт как раз едет. Но зато я себе чуть-чуть расчистил тут дорогу. Хотя в будущем и так тут наспамится. Так что. Так, давай, Борис, на уровень К. Это еще выше. Так, раз уровень. И сейчас, да. Ты его встретил? Чернильного демона. Говорят, он все слышит. Каждый, блядь. Каждый скрип, каждый шорох. Я бы не бежала так быстро на твоем месте. Как никогда не знаешь, что тебя поджидает. Хорошо, значит, бежать не будем. Будем тихо идти. Тихо, спокойно идти. Так, а... окей. Окей. А если тут где сохранится? Сохранение. Чуху. Так, три специальные шестеренки на уровне К. Так, а ну-ка. Так, раз шестеренка, минус один. Я надеюсь, что он не придет сейчас сюда. Так, пошел нафиг. Где еще у нас шестеренки? Вполне уместный вопрос можно было бы задать, где у нас тут находится шкаф. Чтоб в случае чего я мог тут же херак и улизнуть в шкаф. Так вот. У нас тут спасительный шкаф есть. Так, Бенди, не надо наблюдать за мной. Мне не очень-таки приятно. Когда за мной? Dream come true. Стоп, мы тут же уже были, да? Демон, ангел. Стоп. Может, я не пойду туда? Эх, другого выхода, кажется, нету. Давай, опа. Игрушки. Ладно, не буду ничего тут дергать. Блять, мне показалось то, что это он сидит. Так. Чего вы тут, блин, орёте-то, а? Так. Little Mash... А, Мирацу Station. Мирацу Station. Так. Странно, тут ничего нет. Пошли тогда сейчас обратно. Я надеюсь, что я сюда не просто так приковылял. Во, будет весело, если я пойду еще обратно и встречу как раз-таки кое-кого. Вот это будет веселье.
Бежать я даже не планирую, потому что, как нам говорила Алиса, то бежать это очень-очень-очень плохая идея. А пока идем, можно даже поговорить чуть-чуть. Вот в комментариях напиши, как у тебя дела, как вообще жизнь, что нового. У меня вот все пока что нормализовалось. То видео не выпускал, в больнице там был. Ничего серьезного, там просто обследование. Так. Во, я так и знал, что... Оба, 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 оп. Так. Так, еще одна шестеренка. И нужно где-то... О! Этот пуст. Тут шестеренки нету. Так, а тут? О! Ах, это должно хватить. Принеси их мне. И постарайся не умереть по пути. Вернуться к ангелу. Утю-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 тю
Шкаф. Мой верный друг, шкаф, где ты? Блять. Бенди, может, не надо? Давай, сваливай. Блин, я почти дошел до лифта. Блин, он ушел как раз в ту сторону, куда мне и нужно. Я чувствую, как он справа дышит, ходит и так далее. Так, можно уже вылазить? Вот он. Вон он там, блин, плетется. Тунь. 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 Он пока что там потихонечку пошел. Мы следом за ним. Блин, он очень-очень медленно ходит. Мы знаем, что он хотя бы в ту сторону пошел. Блин, мне надо где-то тут найти шкаф. Так, я, блин, наушники сейчас его чуть-чуть слышал. Вон он пошел. Тук, туньк, туньк, туньк. Блин. Мне интересно, мне так медленно придется за ним идти, чтобы он меня не спалил. Не, конечно, все понимаю, но... Бля.
Блять. Насколько я понимаю, чернила наступать нельзя, иначе... Иначе будет шум. Тихо. Так, где... Блять, тут где-то должен быть... Так, здесь ничего нет. Так, Бенди ушел туда. Окей, мы можем тут что-нибудь сделать, пройти как-нибудь. Так. Блять. Нельзя же шуметь, да? И куда мы вышли? Стоп. Только не говорить, что я совсем в угол загнал. Так. Фил. Формуляр. А, фамилар. Видимо, он может и... Я надеюсь, он не захочет сюда идти. Тихо. Идем. Идем потихонечку. Помаленечку. Не шуметь. Так. И вот что интересно. Бандик, ты тут? Ох, его тут нету. Слава богу. Так, сейчас из этой лужи кто-то вылезет. Нет. Так. А что там у нас? Подсказка. Положите шестерни в хранилище на 9 уровне. Хорошо, мы тогда сейчас это сделаем и думаю то, что серию мы уже закончим, потому что спать хочется пипец. Сэмми сказал, что я талантлива. Он всегда был хорошим лжецом. И все же. Он когда-то был очень красивым мужчиной. Так, нам надо на 9. Сейчас мы тогда на 9 уровень спустимся. Положим все. Надеюсь, то, что Бенди туда не успел приковылять своим медленнющим шагом. Так. Ты видел их? Масляных искателей. Они просто набиты жирными чернилами. Меня тошнит от этого. Все же, это прекрасная вещь для поддержания себя в руках.
Если ты хочешь поймать их, тебе придется научиться двигать. Возвращайся к моей двери. У меня есть кое-что для тебя. О, чернильный шприц. Собрать 3 банки жирных что-то там. Так, и когда там будет понятно то, что все, хватит? Стоп. Собрать 3 банки. А тут меня показывают, сколько мне осталось. Подсказка. Охотиться на массивных искателей на 11 уровне. А, окей. Так, где тут сохранение? Я тогда сейчас сохранюсь и... Вот под такой вот хороший звук сохранения мы с вами и закончим. Ладно, еще раз сохранимся для надежности. Ну что, я думаю, то, что на этом все. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем до скорой встречи. Всем пока.